Мам, сколько готовишь? Я приготовила вкусные пончики. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Мам, как их приготовила? Сейчас я тебя научу. Давай возьмем яйцо и разобьем его. О, нет! Никита, сейчас я покажу тебе, как нужно разбивать яйцо. Теперь добавим муку. Нет, так дело не пойдет. У меня есть кое-что получше. Та-дам! Это игровой набор Play-Doh Кулинар. Сейчас мы сами с тобой будем готовить пончики. Вау! Давай, доставай. Все, выкладывай сюда. Сейчас мы будем готовить пиццу, печеньки. Смотри, у тебя там нарисовано, да, как нужно делать? Угу. Берем коричневый пластилин, берем каталку, как сказано в инструкции. И катаем, катаем. Никита, подготовь мне, пожалуйста, формочку желтенькую. Сейчас подготовлю. Угу, давай, спасибо, сынок. Так, вот я вырезаю тебе печенюшку. О, смотри, какие штучки лезут! Вау! Ничего себе! Дождь из пластилина, да, сынуль? Желтый пластилиновый дождь! А мне кажется, это ты какие-то украшения делаешь для наших печенек, да? Все, молодчина, отлично! А давай украсим мою печеньку, держи! Давай, 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 посыпай! Ну-ка, как красиво получается, нет? В форме чего же у нас посыпушки, ребята? Смотрите! Луна! Месяц. Смотрите, маленькая звездочка какая получилась. Смотри, какая у меня печенька. Вау, очень красиво. А можно попробовать ее? Очень вкусно. Ну что, ребята, вот и моя печенька уже почти готова. Сейчас я добавлю немножко украшений от Никиты. Смотрите, какая прикольная получилась печенька. Давай, загружай сюда фиолетовый, а я буду желтый загружать в шприц. Крути, 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 крути. Ой, мне кажется, там пластилин закончился. Надо сейчас в обратную сторону крутить. В обратную, да, вот так крути. Ага, еще, еще, еще немножко, еще чуть-чуть. Давай, давай. Мы загрузили в кондитерский шприц-крем. И сейчас будем его выдавливать. Никит, поможешь мне? Ой, какой эклерчик. Давай, оп, откусываем. Ай, подожди. О, какая колбаса у тебя получилась, эклерная. Класс, давай, смотри, как мама эклерчики делает. Смотри, сына. Посыпка! Смотри, она фиолетово-желтая, она смешалась. Ух ты, прикольно. Интересно, а если туда смешать все цвета, радуга получится у нас? А сейчас мы с вами опробуем эти... Не крутится что-то. Каталки. Смотри, у меня много пластилина Play-Doh. Видишь? Давай мы его теперь раскатаем. Теперь смотри, я у себя на половинке, ты у себя на половинке. Да, делаем такую лепешечку. Такой бам-бам-бам-бам. И потом разравниваем вот такой каталочкой. Так, я беру свою каталку и катаю. Ой. Так, тесто, тесто катаем. Сейчас у меня будут пельмени зеленые. Сможешь мне сделать красивых печенек? Вот так, молодец. О, все, все, все. О, смотри, какая печенька получилась. Так, я предлагаю ее еще немножко вот так вот прям понажимать на нее посильнее, чтобы она лучше прям пропечаталась. А ты сейчас что будешь делать? Ленточку для тортика? Угу. Тебе нравятся такие печеньки? Или какие тебе, какой формы тебе нравятся печеньки? Мне нравится волкая печенька, куклая.
Ну что, Никита, ты научился готовить печеньки? Да. Вкусные получаются? Да. Пойдем пить чай? Ну что, ребята, вам понравился наш выпуск? Да, вам понравился вам наш выпуск. Пока-пока, ребята. До новых встреч! Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Всем приятного аппетита.